И что делать? Играть. Приветики. Приветики. Это мы дети. Мы дети, да, вы мои дети. Что мне надо говорить? Давай в парк придем. Куда? В парк. В парк? Ну, да. Пойдемте в парк. Вот парк. Давайте покатаемся на качелях. На качелях? Да. Вы уже взрослый, папа. Я все равно взрослый, но хочу кататься на качелях. Хочу вспомнить детство. Всем ассаламу алейкум, всем привет. Всех проводила на занятия. С Амикой решили сходить сейчас что-нибудь к чаю купить. Я ее уложу спать и сяду пить чай в гордом одиночестве. Уже все такие мягкие вещи разобрала. Осталось разобрать всякие книги детские, но пока я еще не придумала, куда это все складывать. Места не так уж много. Вот едем, у нас ночью дождик был. Так чуть-чуть душновато. Идем в Магнит. Пока все вещи нормально не разобрала. Ну, в смысле, разобрала, но не стала, в общем, в шкафу лазить сейчас. То, что было дело. Короче, я в одном и том же пока хожу. В общем, у нас здесь сломался лифт. И все соседи грешат на меня, что это я его сломала, типа, при переезде. Хотя он еще после нас работал. И работал до ночи. Поэтому, если бы это мы сломали, я думаю, он бы сломался намного раньше. Потому что мы переезжали утром, а он сломался поздно ночью. Вообще как-то несопоставимые факты. И, короче, соседи все на меня грешат. Хотя мы прям диваны там не таскали, да. Просто обычные вещи там. Два-три пакета с вещами, что это, как вес человека. Неужели лифт бы не выдержал, да? Ну, что за бред, короче. Просто нашли, на кого это все можно спустить, кого обвинить. Просто нашли крайнего. Вот, сходили мы в магазин. Сейчас поднимемся домой, до 5-го этажа будем без лифта подниматься. Повезло, короче. Спортом займемся. Когда-то надо начинать, да, семья? Ее комары искусали сегодня. Какой-то комар был ужасный, бесстрашный, который прям так и кусал всех. И меня кусал, и Самику кусал. Это что за козявки у тебя? Вот. Идем домой? Да. Где? Нет, скажи. Нет. Скажи, чуть-чуть. 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 Пупок. Скажи, пупок. Скажи, пупок. Попа. Попа. Где попа? Тити где? Что ты ко мне пристала, да? В общем, потратила где-то 1500. Вроде ничего особого не купила, но потратила куда-то их. Взяла кетчуп для Насти. Вот такое мыло взяла детям. Кофе одноразовые. Ну, что-то я стала редко кофе пить, поэтому решила одноразовый взять. Вот такую пасту детям. Вот эту вот индейка, из индейки докторская колбаса. Вкусная. Ну, вообще, я люблю ветчину, если честно. От вот этой Indie Light. Она халяльная, но очень вкусная. Квашеную капусту взяла. У меня и Самия любит ее кушать. И я, в принципе... Печенье. Вчера за раз все съели эту пачку печенья. Она такая вкусная. Мне сразу напоминает, знаете, после родов, когда я Самию родилась. И держи ложкой, держи, держи. Держи этот йогурт, ручкой держи, чтобы не падал. Соки взяла тоже детям. Вот такую шоколадку. Нам пасту, нам с Настей щетки. И эти дали нам приколы какие-то, не знаю, что за ерунда. Мама. Две штучки дали. И, конечно же, тряпки. Давай доедай, не руками ешь, Самюша, а ложечкой. Грязная будешь вся, ложкой кушай. И держи банку с йогуртом рукой. У тебя же две руки. Угу. Короче, покушай, буду спать ложить. И фильм досмотрю, который вчера начала, тренер называется.
русский. Ой, как ты кушаешь вкусно. Ой, как дошли до 5-го этажа, девочки, это просто вообще что-то было. Сразу вспомнила, как мы на той квартире, когда от родителей съехали, жили. Жили же тоже на 5-м этаже, там лифта не было. Я каждый день по несколько раз в день эту коляску на 5-й этаж тягала. Мне было, кстати, не тяжело почему-то. А сейчас сами руками туда не надо. А сейчас очень тяжело стало. Наверное, я отвыкла. Нужна физподготовка. На улице немножко пасмурно. Сегодня тоже вообще дождик обещает. Вчера гроза, молния, апокалипсис, да, был? Да. Готовлю я себе завтрак. И буду укладывать сразу Самию, потому что она мне не дает поесть. У меня такой красивый коврик, это потому что он со временем выгорает, но при этом он очень хороший. Мне его жалко выкинуть, пока я новый себе на замену не куплю. Это я готовлю себе творожный пирог. Здесь у меня пачка творога 200 грамм, одно яйцо и 2 столовые ложки рисовой муки. Потом вот запекла, пока она вот так подзолотилась. Подготовила здесь начинку. Одно целое яйцо, один белок от яйца и зеленый лук. И 20 грамм сыра. Сейчас это я вот так все сюда выкладываю. Короче, вы поняли, да? И потом вот так вот распределяю. И снова в духовку поставлю где-то минут на... Минутки на 3, наверное, чтобы просто сыр расплавился, яичко чуть-чуть подогрелось. И все, и можно кушать. Еще я туда чуть-чуть соли добавила. И вообще очень вкусно, девочки. Вот попробуйте, приготовьте, кто вот еще сомневается. Кто творог вот так не любит кушать. Но вот здесь творог этот прям вообще очень сочетается. Очень вкусно. Поэтому я творог вот просто в чистом виде есть не могу. А вот в виде пирога очень даже. Вот теперь попробуйте сказать, что это невкусно и что это не хочется попробовать. Девочки, особенно те, кто сидят на ПП, худеют. Это прям спасение. И кофе заварила. Представляете, в кофе 67 калорий. Вот в этом пакетике, который я вам показывала. Короче, буду кушать. Уже слюнки текут. Самика спит. Я в тишине. Фильм включаю. Буду смотреть в погоне за счастьем. Как вы думаете, где мы оказались? Конечно же, мы пришли на море. Но сейчас ветрено, мы долго сидеть не будем. Я взяла картошку фри, наггетсы и себе Филадельфию. А это больше Самики, она такое вот иногда любит. Чисто перекусить. А там вон идут дети с Мадининого лагеря. И Мадинка тоже там была, я ее встретила. Чуть-чуть фри дала, картошки. Еще какие-то дети там тоже на картошку напали. Всех угостила, мы люди не жадные. Да, Самика? Вкусненько? Сопельки надо тебе вытереть. Море классное. Вот видите, парень молодые купаются уже. Хотя море, девочки, очень холодное, я не знаю, я бы вот не рискнула. Тем более там тины очень много тины, вот море цветет. Короче, мне айс сейчас купаться. Роллы хоть в забегаловке нашла недалеко от дома. Знаете, это типа не ресторан, а просто такая вот уличная кафе. Даже не уличная, а просто на выносе она работает. Самюша, ну, сделала вкусно, хоть, знаете, не такая уж и красивая, не такие уж и красивые они, но вкусные. Да? Гурман. Не стали мы долго здесь сидеть. Смотрите, я даже хиджаб внутрь платья засунула, потому что он с той стороны от ветра вот так вот переворачивается. Поэтому буду идти так. Поели, девочки, чуть посидели, песочком поиграли. Я Самейке еще ведерко купила с лопатками, потому что у нас лопатки куда-то все делись. А вот ведерко есть. Пришлось новое взять. Вот так, чуть-чуть воздухом подышали. Сейчас пойдем домой, положу ее спать. Сама буду отдыхать. Дальше уже буду встречать Матину, Настю. Надо будет что-то кушать, приготовить. Так что оставайтесь со мной. Закрой. Давай-давай. Вещи-то внутрь положи. Открой. Положи внутрь. И закрой. Больше там не лазь. Кое-как сейчас курьера дождалась. Вообще просто кое-как ему объяснила. Вот, посмотрите, что я Мадинке купила, заказала. Ее мечта, с которой она мне говорит уже, девочки, не знаю,
Наверное, с начала зимы она мне начала говорить про эти ролики. Я ей сказала, что на день рождения я тебе их куплю, потому что зима, ты все равно на них кататься не будешь. И взяла ей вот сейчас ролики, девочки, они за 3500 и 500 рублей защита. Это вот наколенники. Она сама попросила, мама говорит, мне нужно с защитой, чтобы это ничего не повредить себе. Это что такое? Подожди. Нет, не дам. Это на локотники, на руки перчатки. Она что, одна, что ли, перчатка? Стоп, стоп, стоп. А где вторая перчатка? Или это две? А, ну, наверное, две. И вот такие вот ролики, они для начинающих. В общем, девочки, у нее в конце месяца, 27 июня, день рождения, 5 лет. И вот, в общем, взяла ей вот такие ролики. Сзади два колеса, спереди вот так. Они специально для новичков, которые прям ни разу на роликах не стояли. И она сказала, они мало мерят, в принципе, они должны ей подойти. Я вообще без понятия, вот это зачем. Это если что-то сломается, да, наверное? Ну ладно. В общем, в такой вот сумочке я сейчас сложу, куплю потом подарочную упаковку, это все красиво упакую ей, и вот 27 июня ей подарю. Раньше не хочу дарить, потому что думаю, что она, знаете, праздника не почувствует. Вот так обычно, когда детям раньше даришь, они потом в день рождения спрашивают насчет подарков, хотя им объясняешь, что как бы вот был твой подарок, мы тебе уже его подарили, но все равно они не понимают. Поэтому буду дарить именно в день рождения. Вот так. Мадинкина мечта сбылась. Наконец-то я начала готовить нормальный обед, потому что я очень обленилась в связи с этим переездом, девочки, и перестала нормальную еду готовить, потому что такое, знаете, по-быстрому макароны, сосиски, там, наггетсы пожарить, еще что-то. Сейчас решила приготовить плов. У меня сейчас это еще поджарится чуть-чуть. Добавлю туда рис. Я уже его промыла. И, кстати, лайфхак с этим лавровым листом в банке, он не работает. Эти жуки все равно как-то появились у меня. Мне пришлось там немного риса оставалось. Я не могла просто его добавить в плов, потому что там увидела одного жука, у меня все переклинило, и этот рис пришлось выкинуть. Не знаю, собакам куда, никто этот рис не съест. Самия, писить куда надо? Иди быстро на горшок. Я тебя только хвалила целый день. Иди на горшок садись. Вот. Короче, лайфхак с лавровым листом не работает, как оказалось. И у меня здесь еще осталось куриное филе. Я думаю, приготовлю либо гороховый суп, может быть, борщ. Посмотрим сейчас. Если у меня свеклы мало, то будет гороховый суп, потому что горохового супа давно не было. Специй тоже для плова у меня нету. Буду использовать вот эти вот. Ну, то, что нашла. Ну и соль, конечно же. Что? Иди на горшок садись, пописей. Зачем ты вот это все на пол делаешь? А? Я тебя только целый день хвалила, что ты такая молодец. Мама. Что, ты забываешь? Плов у меня уже готов. Тут я поставила вариться. Ай, мясо с этим. Забыла. Мясо с... Скажите, я забыла, как называется. Мясо и горох. Мама. Вот у меня гороховый суп. Мама. Что? Она уже у меня... Она уже раздетая. Что ты там наделала? Давай. Угу. На улице жара, девочки, все гуляют. Жизнь в Махачкале вообще начинается вечером. Почему-то, вот знаете, аж до 12 ночи мамочки с детьми гуляют на площадке, а потом только спать идут. Мои 8 уже спят, если честно. Короче, вот такая вот вкусняшка. Сейчас сами положу, она поест. Доготовлю суп, уберусь. И что, и ты будешь спать, да? Обещаешь? Да. На улице жарко, у нас кондиционер работает целый день. Невозможно. Так, ну что, девочки, мы переехали. Все, в принципе, хорошо. Одела свою эту Шейлу. Почему, когда я пытаюсь одеть платок на улицу, у меня аккуратно никогда не получается? У меня как-то все криво, косо. Когда, вы знаете, для видео сядешь, что-то по-быстрому сделаешь, что-то накинешь, и, в принципе, очень даже хорошо смотрится.
В общем, мы переехали уже где-то дня три, как вещи. Осталось разобрать только детские книжки, потому что здесь полки у меня нету. Надо, наверное, будет полку купить, не знаю. Чтобы детские книги, это все, знаете, развивашки, их очень много, там всякие, всякие пазлы. Ну, короче, куча всего у Мадины есть, у Самии тоже достаточно. Не вставай, у тебя будет видно твои прелести, Самия. Хорошо, сиди, ладно? Вот, и, короче, вот так, осталось по мелочи вещи разобрать, а так, в принципе, мы уже это самое, вот так, цветочки, кусочек поставим, чтобы видно было. А, ладно, уберу. Или не уберу. Во. Вот так получше, да? В общем, вот так. Переехали, все хорошо, но... Сами, не тряси стол. Но единственное, что нам осталось, чтобы нам провели интернет. С той квартиры перенесли на эту. Тут раньше был интернет, но они говорят, мы проверяем технические возможности. Уже прошло как бы 5 дней. И я все не могу дождаться, знаете, вот этого человека, который придет и нам установит, потому что вот они проверяют техническую возможность. Я говорю, ну в смысле, как бы здесь люди жили, у них был интернет, они говорят, ну у них был, провода проведены, но если технического подключения нету, типа если за это время кто-то успел уже другой провести интернет, то возможно у нас и не получится как бы провести его. Вот, и они это все проверяют уже 5 дней, я без Wi-Fi, поэтому очень долго задерживается выпуск этого видео, как бы, да, загрузка, я не могу без Wi-Fi его загрузить элементарно. Я завтра иду по делам, иду красить свои волосы, меня моделью пригласили, потому что у меня волосы натуральные, я волосы не красила когда-то давно, но они уже у меня как бы отросли, у меня было милирование, оно полностью отросло, я тем более еще волосы вот так обстригла. Удлиненная каре, цвет натуральный, и она хочет сделать мне сложное окрашивание, там уже как бы на месте будет видно. Вы, конечно, этого никогда не увидите, что у меня получилось. Придется поверить на слово, когда я скажу, получилось или нет, и как хорошо, или не очень. Вот. В общем, завтра иду. Самия, посиди, пожалуйста, свой эти пирожок не свети. Вот, завтра должна, в общем, пойти по делам, если я где-то найду кафешку с Wi-Fi, чтобы загрузить влог, я обязательно это сделаю, потому что тоже пропадать опять надолго не хочется, уже сколько, у меня дней 5 видео не выходило, они выходят потому, что у меня дома нет Wi-Fi, и во всем виноват Ростелеком, так что вините их. Так что вот так, девочки, в принципе, все хорошо, квартира классная, меня все устраивает, немножко, конечно, есть муравьи, но я особо их не ощутила, хотя вот подписчица моя, да, она говорила, что муравьи есть, она мне говорила их потравить, но у меня времени, знаете, не было, да и денег лишних на вот эту травлю, там 2500 тоже не было, ну... Сейчас лишние деньги появятся, обязательно потравлю муравьев, закажу дезинфекцию, потравят. Ну, так, знаете, я не увидела как бы особо этих муравьев, там штуки три только и все. Самюша, спрячь попу, сядь. Вот. Короче, вот такие дела. Обвинили нас в сломанном лифте. Соседи прям негодовали они. Ну, что делать? Жизнь такая. Возможно, этот лифт и не из-за нас сломался, потому что мы переезжали утром. Лифт сломался поздно ночью. И я не думаю, что это как-то сопоставимые факты. Мы утром, а ночью лифт сломался. Да? Как бы что-то не то. Поэтому извините, дорогуша. Он мог и по другим причинам сломаться. Не обязательно из-за нас. Сейчас эти новые лифты ломаются по любому поводу. Самиюша, ну пожалуйста, сядь. Меня заблокирует YouTube. Спрячь коти свои. И вот. А, Самика, что самое главное это у нас произошло. Достижение, девочки, Самия начала ходить на горшок, поздравьте меня со вчерашнего дня. Правда, если ей не напомнить, не сказать, что Самия, иди пописи на горшочек, она может сесть и сделать свои дела на пол. Но, по крайней мере, она это сделала только один раз за сегодня, а все остальное время она ходила на горшок. Когда сама вспомнит, когда я ей напомню... Так что за сегодня у нас ни одного памперса не использовано. Чисто только на ночь я одену. Вот целый день она без памперса ходит. Правда, я не рискнула ей ни шорты, ни трусы одеть, потому что я боюсь, что она
забудет, подумает, что это памперс, и опять начнет это все в штаны делать, а мне как бы не очень-то хочется. Так что начинается эра экономии этих подгузников, памперсов, трусиков. Теперь буду, надеюсь, только на прогулку и на ночь ей надевать, и все. Потому что, знаете, пачка памперсов, которые мы сейчас, трусики, я и Хаггис покупаю, они сейчас стоят 1500. Но они какие-то новые. Вот наши старые, которые мы до этого брали, да, они стоили 999 рублей раньше, а сейчас они уже 1800. Сейчас уже какие-то формат этих памперсов изменился, они какие-то новые, и вот они за 1500. Но все равно, блин, знаете, их на 2 недели, даже меньше, наверное, дней на 10 хватало вот эти 44 штуки. Поэтому наконец-то будет экономия, да еще и лето, жара, знаете, если еще и на прогулку научиться без памперсов ходить, то вообще это будет целое удовольствие. Потому что я так переживаю, что, знаете, все преет, жарко. Мы все лето тогда мучились с ее этими опрелостями, да, этим грибком, и еще это у нее было. Вот. Так что надеюсь, этим летом все будет хорошо. Так что вот такие новости. Начнем клеить обои. Завтра иду по делам, вот краситься. Потом зайду, посмотрю, наверное, обои. Сразу начну следующий влог снимать. Вот. И так особо ничего, знаете, такого нового не произошло за это время. Разбирала вещи, Мадинка ходит в лагерь, Настя работает там вожатой. Ну, в принципе, все классно, короче, круто. Мне все нравится. Вот. Пойду завтра куплю обои, вместе с вами выберем их. А потом будем клеить, пока Настя здесь, пока она во второй лагерь свой не уехала. Нужно, чтобы она мне помогла. Вот. Так. Ну, еще насчет пособия. Меня девочки спрашивают, как мне одобрили с 3 до 7. Мне не одобряли, пока семье не исполнилось год и два. Там есть такая табличка, мне девочка отправляла, которая эти пособия делает. Кстати, моя подписчица тоже делает эти пособия, оформляет. Если надо, могу ее номер телефона оставить. В комментариях напишите, она может помочь оформить пособия любые. Вот, оставлю ее номер телефона, если нужно будет, в комментариях пишите. И вот она мне отправляла эту табличку, за какой период они требуют доходы. Мне-то отказывали по причине того, что сами писю спрячут, по причине того, что у меня доходы требовали, да. Они не видели, как бы, что по уходу я получаю. А стали они видеть только тогда, когда сами исполнилось год и два. Вот как ей год и два исполнилось, мне сразу одобрили. А до этого мне 5 раз отказывали. Вот. Короче, вот так. Они сразу не видят, что вы по уходу получаете, так что надо по этой табличке вам смотреть. Еще последнее, пока я вспомнила, пока не забыла. У меня подписчица просила в Инстаграме, чтобы я у вас спросила, кто-нибудь в Махачкале может ли сдать квартиру на 1 месяц, на весь июль до 5 августа, по-моему. Вот, потому что посуточно, вы все знаете, это, конечно же, дороже выходит. Вот. Если кто-то вдруг из вас сдает, может сдать на месяц, вы, пожалуйста, дайте знать, потому что они сюда приезжают в отпуск, по-моему, и вот им надо где-то остановиться. Ищут варианты. Самиюша, ну, пожалуйста, ну что за стуканье? Я буду на этом с вами прощаться. Буду завтра продолжать снимать. Решила я больше не пропадать. Вот, мне еще нужно на почте кое-какие посылки забрать. Я мясорубку заказываю очень классную. Вам тоже обзор на нее потом сниму отдельное видео. Что-нибудь с вами приготовим. Чуду хочу приготовить. Поэтому, девочки, короче, оставайтесь со мной. Буду стараться делать интересные влоги, побольше всего снимать. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока.